Всем привет, с вами Нелапси. Мы продолжаем проходить Prey. Вот, играем мы до сих пор на сложности высокая, пожалуйста. Вот, в прошлый раз... А что было в прошлый раз? А, ничего интересного не было в прошлый раз. Так, что у нас по задачам? Собирая голоса. Ага, нам надо в жилую секцию. Так, и где у нас... Сейчас я посмотрю. Медицинский отсек, карта станции. Так... Ага, поехали тогда в начало. Так, да, вот тут вот спрыгнем. Сейчас разберем весь хлам. О, блин, как давно не играл, уже забыл, где управление тут какое. Где, чё и как. Холл Талоса 1. Ух, каляющее название. Молодец. Загрузился. Ага, хрен. Еще 10 секунд ждать. Давай, ты сможешь. Почему так долго? Сейчас все разберем. Так, подожди. А, я понял. Че, у меня все красное? Давай съедим банан. Бананчик. Бананчик, это хорошо, бананчик. Бананчик, это да, это здорово. А выпьем пиво. Вот так вот. Ух, меня сейчас разнесет, я чувствую. Вот это съедим, чтобы не занимало место. И тренера мода у нас. Так, потом потратим. Подожди, а у меня по месту-то... Блин, нахрен я тогда вообще сюда пришел. У меня типа не особо много всего занято по месту. Йо, ни хрена себе, меня трясет. Так, ну поехали, ладно, весь хлам. Кофе. Пиво. Да, вот это положим. В принципе, не особо нужно. У меня есть чем питаться. Да и все, в принципе. Блин, зря только пришли на самом деле. Так, ну и все, поехали, ладно. Утилизация. Бу. Привет, Кусь, снова. И тебя, Бу. Так. А у меня тут сборка только в кабинете, да? Подожди-ка. Слышит? Странно. Так, где у нас тут что есть? На втором этаже у нас получается только сборочный аппарат, да, вот этот тут. Я понял, ладно. Поехали обратно. Подожди. Меня кто-то видит или слышит? Секунду пусть. Сейчас, я видел то, что ты написала. Ага, я понял. Во, кстати. Сканирование завершено. Психошок 3 уровня. Доступен новый псионный навык. Калучемет. Хрень, не-не-не, против него надо что-то другое. М-заряд, приманка для тифонов. Дробовик. Ладно, давай пока его не будем трогать. Сейчас как раз будет загрузка и прочитаю. Что там Кузька написала? Кузька-кукузька. Так вот, насчет хвоста, не надо мне ничего отрывать, у меня даже его нету, принцесска Максимка, я ненадолго сейчас к Скриллу пойду. Ой, ну и ладно, ну и пожалуйста, понятно? А хвост мы все равно найдем и оторвем, если будешь меня принцесской называть. Все, я все сказал. Привет там ему передавай. Скажи, Максимка прям очень-очень благодарен. Вот. Поехали. Водка, пиво, водка, пиво. Под конец корпоратива. Так, ну тут у нас уже никого нету. Или они опять зарезались? У, сука, стрёмно.
Кого? Иди кыш отсюда. А, обшивка Талоса 1. Это не то. Обшивка Талоса 1. Кстати. Дайте дорогу. А, там. Там нам третий подъем нужен. Все, я вспомнил. Ладно. Побежали тогда на... А куда мы побежали там? Ничего не найдет, чего нет, того не найти. Не сомневайся в моем мастерстве. Я что хочешь найду. Хвостик оторвем, усы пообрываем. Угу. Вот, так что не надо тут, Кузька, не надо. Ты это на меня, это бочку не кати. Не кати, не кати. Да не катю я, не катю. Пониженная гравитация. Не катю. Поехали. Открывай дверь. Так, куда нам нужно? Несколько задач. А, тут я хер, да, сейчас посмотрю. Гениально. Труп человека. Так, подожди. О, господи. Несколько задач. А, спасибо. Прям вовремя у меня оповещение из ВКонтакте приходит. Серьезно. А, отсек для шаттла. Это не то. Человек, ну, получается, мне он туда. Несколько задач. А, котика в обиду не дам, а то тебе хвост оторву. Не надо мой хвост оторвать. Ну. Мой хвост для другого создан. Котика в обиду не дам. Вот нефиг называть других принцессками. Так, пробоина, жилая секция. Давай залатаем. Ну, просто, чтобы не было, да и все. Или нас тут сейчас примут. Встретят, так сказать, не совсем радостные люди. И не люди. Так, вот она пробоина. Твою мать, а, испугали. Откуда? Откуда вы вообще тут? Что-то я прикола не понял. Что твой хвост? Ты еще просто вовремя решил вылететь. А, ничего, ничего, Кусь. Говорю, я свой хвостик в обиду не дам. Он не для того создан. Так, опять летят? Нет. Блять, появились из ниоткуда. Так, подожди. Я опять потерял. Вот, пробойно-жилая секция. А, так мне вообще не сюда нужно было. Ну, давай залетим сюда, посмотрим, что тут. А, я понял. Медоператор, блин, зараженный. Пыш, нахрен идет. Тактическое попадание. Так. Еще что будет тут интересное? Угу. По идее, должно быть как-то так. Ладно, удачи. Побегу с крылки. Угу. Крепко-крепко обняла. Давай, Кусь, удачки. Передавай ему привет от меня. Привет и большое спасибо. Так, стой. Не туды. Не то, не то. Да где она? А, вон она, пробоина. Thank you.
А, я понял, 0 патронов, окей. Хорошо. А, ну нормально, да, так. Угу. Внимание, целостность костюма нарушена. Как плохо то, что пистолета нету. Да откуда, мать вашу, не было же тут никого. Ёб твою мать. Ясно. А можно я просто уйду, хорошо? А, я понял, тут так не сработает, да? Супер. Походу я сдох. Братан, не надо. Я просто уйду и все. Пожалуйста. Вот сейчас мне, походу, реально хвостик оторвут. Давай, открывайся, открывайся. Несколько задач. Все, до свидания, нахрен вас. Так. Блин, это прям пипец. Я говорю, вылезли, блин, из ниоткуда эти херни. Ух, стрёмно. Жесть. Тендрарий. Так. Что нам дендрарий скажет интересного? Скажет, покажет. Блин, главное, чтобы они тут сейчас не появились, потому что патронов у меня вообще нету. Это будет обидно. Так. Хранилище данных. Так, а мне нужна жилая зона. Да-да-да, помню. Следующие слова. Бычий. Так, прямо. Угу. Мне тут интересно, где взять пароль от лифта. Типа, тут его нигде нету. И у брата в комнате тоже, в кабинете. В комнате, в кабинете. Его там тоже нету. Тогда вопрос, где его взять? Вроде пока все спокойно. Поехали. Тройка сломанная. Что за звуки, ну-ка. Так, а ну-ка, подожди. Помнишь, я краны подбирал? Я думаю, они же сюда, по идее, да, нужны? Распределитель удобрений. Кнопка. Искать. Странно. Ладно, я, может, потом нибудь... Может, что-то не нашел. Я его знает. Побежим, посмотрим, что у нас тут. Так, вот ты мне нужен. В смысле? Ай, железо, железо, блин, а. А я прям вообще тогда, получается, без оружия. Подожди-ка. У меня тут 47 каких-то херень есть. Что это такое? Одна. Ммм.
А почему показывал 47? Что-то я юмора не понял. Так. Так. Угу. Восстанавливает 5 здоровья. Ну давай съедим, хорошо. 5 единиц здоровья. Угу. Для колучемета. Да блин, ну не все же, но... Хотя я не так сильно пользуюсь колучеметом. Результат разборки одной запчасти. Так, а у меня их 4. Угу. Это что у нас? Создан в лаборатории. Так, при создании используется 0 волну. Его можно бросить или прикрепить. Не, я не про то. А что он делает? Бля, я уже забыл. Приманка. Нет, приманку я оставлю. Подожди. Что делает у нас вот эта вот хренька? Нуль волновой глушитель. Это который способность, типа, притупляет. Угу. Выдает электромагнитный импульс. Изучает нуль волну. Электрический импульс. Угу. Хорошо. Мне придется пожертвовать. Блин, вот это бы когда-нибудь спавить. Можно было это использовать, например, на... Ага. Прочность костюма, да? Сырье 10 штук. Ну давай вот это разберем, да. Закинем пиво. Нет. Так, набор улучшений для оружия. 25. Ну, короче, больше ничего отдельного, да, нету? Ну да. Хорошо, давай. Мне нужно до хрена металла. Так. Колучемет. Что за звуки? Ну-ка, идите в сраку. 9-миллиметровые патроны. Поехали. 6 штук. 6 штук, 6 штук. Блин, ну, хрен знает, хватит. Мне надолго, нет? Сейчас посмотрим. Поехали. Ладно. Добрый день, Талос. Лучшие эффекты воздуха, отключение искусственной гравитации и других чрезвычайных ситуаций направляйтесь на ближайший сборный пункт. В смысле? Ты до сих пор не открываешься? Да ладно. Ой, ну и ладно. Так. Мне сейчас, вон туда. Или подожди, нет, мне сейчас вон туда. Здравствуйте, рад снова видеть вас, доктор. Привет. Тут я не зайду, да, нет пропуска. Угу. Шкафчики, нету ничего. Алекс Ю. Ну это я, это понятно. Оливия Буст. А, это те, которых я нашел. Подожди, да? Или что? Найти. Нет, это не то. Это которых я еще не нашел. Что? Все. Так, хорошо. Да, ничего, братан. Все нормально. Так, тут у нас ничего нет, мы уже собрали. Кстати, дробовик можно будет потом переделать.
Угу. Утилизатор кинем. Вот тебе, пожалуйста, дополнительный металл. Угу. Да, поехали. Уж я будешь жопа чувствую. Пипец, там нам до хрена все нужно. Голоса собрать. Еще там, я так понимаю, каюты как раз, если жилая зона. У нас там много ключей, в принципе, от кают. Сейчас его добудем. Интересно, сколько вы уже процентов в игре прошли? Я тебя вижу, очередная кукла. Смотришь на меня черными яйцами сквозь глаза. Подойди и ближе. Да! На злом разума. Доступен новый псионный навык. Тупые куклы, все. И ты тоже. Хочешь зайти на кухню? Давай, заходи. Тупой зверь... Зачем вы подчинились? Не можете перечить голосу зверя? Сколько? Сколько у тебя там тел, а? 3. Вроде как. Нам не нужно ни с кем сражаться. Опа, пропуск. Пропуск, это хорошо. Так, по идее, тут мимиков нету. Корзина. Угу. Отлично. Набор. Записка. Так. Вот новый код. 2267. Отлично. Ой, как хорошо. Да, это мне все нужно. Это мне все нужно. Нужно. Батарея. Конечно, давай. Батарея, это хорошо тоже. Так. Это очень даже хорошо. Так. Так, ну тут вроде мимиков нету. Угу. Вроде мимиков нету. Нормально. Минус мимик. Так, турелька. Давай починим. Пешка. Пусть лучше же защищает нас. Так. Опять этот. А, господи, фантомы, хватит. Прекратите, я вас уже не один раз убивал. Фантом уже не то. Типа я знаю, как с ними справляться. А вот захватом разума? Не совсем понимаю, потому что он слишком... сильные для меня. Да иди, черт, уйди. Ой, блин, прикопался. Опереть. Чую зря, да? Зря, да? Ладно, хорошо. Кого? У, сука. Сейчас по-любому здесь мимик будет, ну. Если вы найдете. Угу. Хорошо.
можно мне труп осмотреть? Спасибо. Так, ну и где мимик? Да ну не верь, то, что тут нет мимиков, ну. Хорошо, хорошо. Так, стой. Вот труп. Ага. Я понял, хорошо, ладно. А, я могу разбирать и так вещи, да, у нас? Подожди. О, разобрать. Да. Разобрать. Разобрать. Так. Запчасти. Угу. Да ты прикалываешь, что ли, ну? Я понял, хорошо. Это пока пусть стоит там. Знаешь, это ощущение, когда стоишь и не можешь пошевелиться. Сейчас я это исправлю, твое ощущение. Туда мимиков нет. Ну да, ну да. Я прям верю. Подъем. Поставим. Это нам пока не надо. Это было опасно. Так. Ты меня не заставишь. Ты, я вроде не старался никого заставлять. Не пытался, точнее, не старался, блин. Не могу думать. Я пытаюсь. Не могу. Так, давай. Ты что, больная, что ли, блядь? Нейромода. Телепатия. Смотри. Взлом разума. Давай, да. Как раз, чтобы спасать этих людей. Это что такое? Рождение фантом. Создает из труп человека фантом, который сражается на вашей стороне. Нихера себе. Ткач. Угу. Воплощение эфира. Создаете 50% урона. А, поглощаете 50% урона эфиром, превращая его в пси-энергию. Угу. Хорошо. Регенерация. Вы восстанавливаете. Угу. Неизвестная способность. Хорошо. Энергия. Вот это такое себе. Надо вот это прокачать. Нахрен. Взлом разума. На троечку. Так. Взлом разума. Угу. Главное, чтобы не увидели нахрен. Так, они с той стороны справа, окей. Не надо. Я не хочу это делать. Так, давай сейчас. Я не буду. Используем пока замедление времени. Ты прикалываешься? Совсем что ли больной? О, понятно. Дай пройти, ну. Наконец-то. Свет.
Желтый тюльпан. Подожди, а где он тогда находится? Опа, кому-то уже стреляет, смотри-ка. Вот это. По зараженным-то не стреляй. Да, калибровку явно надо будет привести. Сейчас всех людей расстреляют. И пипец. Она вот тут где-то была. Снизу. Получается, да. А вот ты не достанешь. Ёб твою мать, блять, говно. О, господи, а. Я тебя убью рано или поздно, серьезно. Какой-то закончится просто... у тебя куклы. Закрой. Может, от голода сдохнешь. Сынский отсек. Подожди, а где эта женщина, которая говорила нет? Не хочу типа еще. Подожди. В смысле? А где она? Запрос нового оператора. Угу. Пусть лучше будет, чем не будет, правильно? Правильно. Что я юмор не понимаю. Рот закрой свой. Пока, пожалуй, так похожу. Мне сыкотно. Ёб твою мать. Кирилли, что ли? Кого, блядь? Это что такое нахрен? Это наши такое сделали в лаборатории. Почему я его не вижу? Требование завершено. Нужно больше. Ах ты, мудак, а? Ты видел? Он невидимый, блядь. Кто-то охерел, что ли, блядь? Полтергейст. Угу. Я так подумал, блядь. Все, да? Уродец. Все, блядь. Ебать, я испугался, ну. Ты можешь этому человеку хвост оторвать? Могу тебя оторвать. Без вопросов вообще. Пусть только скажи, я тебе говорю, я тебе прям хвост прям не раздумывая оторву. А, как у меня там контроль разума работает? Опа! Супер. Видал? Он сразу свой. Сразу все, нормальный стал. Найс. Так, чё? А не мне, он Скрилла обижает. Но, блин, Скрилл же парень. Типа, он писюлей может дать, когда его обижают, правильно? Хотя, блин, за такие донатики я могу кому угодно хвост оторвать.
А что, скрыл модераторов? Нет. Опа, мимик. Угу. Да, вовремя. Класс, класс, класс. Просто патроны в никуда. Да ты... Ты юморист, что ли, блин? Алло, Василий. Я в ахере просто. А, там ЧСВшник один есть. А, так. ЧСВшник, который обижает Скрила. Нормально. Так, не забывайте, что слепые великаны могут позвать на помощь... Чё? На помощь с помощью ганга. Позволяйте флагдастерусу использовать белый самоцвет про. Угу. Я понял, что нихера не понял. Недостаточно места. Вот боеприпас я возьму, пожалуй. Есть у него модераторы. Я, например, просто человек в ДС, в Дискорде. Ну так пусть выгонит его. В чем типа проблема? Так. Разобрать, да? И разобрать. Вот теперь взять. Супер. Не то. О, кофе. Халява. Халява. Ага. Типа игра какая-то карточная или чё? Да ладно, шучу, я сама с ним справлюсь. Кусаю. Давай, кусь. Покусай его. Фас. Ладно, Элиас. Мечетык. Мечетык вошел в башню и исчез. Во тьме. За ним остался кровавый след. И пока вы разглядываете его, вам кажется, будто камни пьют кровь, и трещины в них наливаются красным. Матерь Божья, Абигейл! Ну что вы как маленький? Либо мы пройдем за дверь. Ну уж нет, она сожрала нашего воина. У нас нет выбора, о чудотворец, без заклинаний. Разве что вы сможете вынести целую стаю крысолюдов. Элиас? Извините, Мечетык? Капитан Мечетык! Я могу ей ответить? Чёрта с два! Тьма безмолвствует. Она полностью поглотила Мечетыка. Ладно, сейчас я зажгу факел. Привет! И... Извините, что опоздала. Обновляли систему на всей станции, пришлось объяснять Беллами буквально все. Эбби, мой лист персонажа у вас? Вы пришли? Да, он тут. Так, карта сектора. Диме что не передать тебе? Но я же говорю, привет и спасибо большое ему. Наблюдение. Я подготовил контейнер. Все это очень странно, Квинтон. Знаю, но если мы... не хочу знать. Я делаю тебе одолжение, вот и все. Контейнер 3232. Он на другой стороне грузового отсека Б, рядом с техническим туннелем. Когда я руководил Институтом космоса, меня никто не просил прятать еду в грузовом контейнере. Поаккуратнее с угрём, ладно? Я не хочу это делать. Я не буду. Так, фитнес-центр. Это я уже передал. Что-нибудь еще? Нет? Нет? Удачи, если только. Ой, патроны, господи, как хорошо. Так, сейф. Сейф я хер открою, да? Я не знаю от него пароля. Подожди. Нет, тут нету пароля. Нет пароля. Блин, вот это, конечно, интересно. А где я вам пароль возьму? Ладно. Нет пропуска.
Ёб твою мать. Все, я пошел отсюда. Удачи. Фу, как ты достал, а? О. 22, 67. Не дам пузика. Мое пузико. А, нет. 7. Так. Мое пузико. Не трогай пузико. Сканирование завершено. Телекинез третьего уровня. Доступен новый псионный навык. Класс. Так. Подожди, это моя комната? Серьезно? Ни хрена себе. В этой комнате, помнишь, начинали вообще нашу первую миссию? Ну, то есть как бы не в этой. Это настоящая, а там была фальшивка. Вот такая же. Охренеть. Тонный вентилятор. Ага. Блин, а что, еды никакой нет? Ну, хоть что-то.